Сорт смородины Купалинка. Или Купалинка, или Купалинка. Ну, это не важно. Суть в том, что ягода равномерно созревает. Кисти полные, крупные. Вкус, ну, ближе к сладкому, чем к кислому. Пригоден для промышленного, для промышленной уборки и для любительского садоводства. Очень хороший сорт. Вы сами видите, что ягода вся крупная, бесподобная.